Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас, с вами Викана. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего такого интересного. Сейчас хочу вам показать еще один расклад на любовный треугольник. Но здесь я бы хотела акцентировать на том свое внимание. Обычно мы смотрим на женщину, да, которая попала вольным или бы невольным образом в этот треугольник. Но здесь я хочу встать на сторону жены на данный момент. Жена, которая действительно невольно попала, либо вошла в этот треугольник. Ну, понимаете, каким образом, как это бывает, да? И поэтому применение вот данного расклада проводится для девушек, либо женщин, живущих в гражданском браке, либо в законном браке, для того, чтобы определить свои шансы. А шансы такие, сохранятся ли отношения с мужем, либо с мужчиной, да, в гражданском браке. Что на самом деле произошло, почему мужчина ушел? Когда я всегда говорю, конечно, это недоработка и самой женщины в каком-то плане, да, и бывает вторая сторона медали – то, что женщины уводят мужчин на самом деле. Мне недавно я делала расклад, и мне расклад показал, то женщины действительно хорошие отношения, мужчина очень прекрасно к своей жене относится. Но вот он ушел, как она мне написала, переманила. Она мне его переманила. Когда мы стали смотреть расклад, она действительно его переманила. Мужчина ничего плохого не думал о своей жене, у них все было действительно прекрасно. Но вот есть и такая женская магия, даже могут не прибегать к магии, а просто переманить мужчину. И там совершенно уже была просто корысть с той стороны, женская корысть. А мужчина просто, извините меня, как муха в компот попал. Так тоже бывает. Поэтому сейчас, вот я еще раз говорю, я хочу встать на сторону жены, да, на сторону жены. Ну, либо женщины, все-таки, у которой жила с мужчиной, да, были длительные отношения. Пускай это называется, может быть, гражданский брак, называйте как хотите. Вот. И вдруг мужчина ушел. Одно время, когда люди мало встречаются, да, другое дело, когда уже чуть не общее хозяйство уже ведут, и вдруг появляется вот какая-то дама, да, и мужчина уходит. Либо он сам ушел, да, либо она его позвала, так сказать. Сейчас мы это посмотрим. Можете подключиться к этому раскладу желающие, кто хочет свою ситуацию посмотреть, либо просто посмотреть пункты этого расклада, как я его делаю, как будет происходить событие в этом раскладе. Вот, поэтому давайте посмотрим, не будем долгий ящик откладывать, и сейчас посмотрим, что она все-таки покажет. Здесь будет у нас 5 позиций. 5 позиций, что они нам покажут, эти позиции, конечно, неизвестно. Итак, я сейчас буду комментировать каждую позицию. Кому нужен такой расклад на будущее, пожалуйста, можете мне его заказать. Мои контакты есть под видео. Через какие пути можно заказать мне расклад, можете посмотреть под видео. Там все координаты есть. Также я делаю видео расклад. Кому нужен видео расклад, это дополнительное дело. Обычно люди просят такой расклад для того, чтобы он был постоянно под рукой, проанализировать ситуацию, чем-то сравнить, либо что-то понять, допонять потом, потому что расклад, он как цветок, потом открывается в дальнейшем. Итак, первая позиция, что мужчине, который вот уже ушел, да, либо не то, что он даже ушел, он может даже и встречаться, и пропадать, и приходить ночью, но женщина, она уже знает, что там есть соперница. Такой тоже может быть. Либо он только-только вот уже просто может уйти, либо вот такая ситуация, она достаточно пограничная. Итак, что ему дают или могут дать эти отношения на стороне? Чего он все-таки ищет? Серьезно там у него, либо нет? Вторая позиция. На каком этапе уже сейчас находятся отношения? Что сейчас происходит? Насколько это серьезно? Либо они, может быть, уже заканчиваются, может быть, уже какое-то раздражение пошло. Мы посмотрим, что нам покажут карты. Третья карта. Чем же все-таки ее соперница есть преимущество, какое у нее? Чем она его завлекла? В чем ее сила? И какие цели все-таки вот она преследует, вот эта соперница?
Далее, четвертая позиция. Почему мужчина не может, либо не хочет, так тоже бывает, выбрать одну из женщин, остановиться на какой-то одной женщине? Давайте это тоже посмотрим. Какая все-таки истинная причина, что за этим все-таки стоит? Далее, пятая карта. Будущие отношения с женой на месяц вперед. Давайте посмотрим лучше на месяц, да, вот определяем. Либо, как правило, когда ко мне обращаются за раскладами, там нужны даты рождения всех участников расклада, желательно всех. И мы одновременно там, конечно, загадываем уже определенный, как я называю, диапазон. Это время, месяц, два, три, это тоже можно посмотреть. С женой и будущие отношения с другой женщиной тоже давайте посмотрим приблизительно на месяц, как это нам покажет. Итак, сейчас я открою ведь расклад быстренько. И что он нам там здесь покажет? Так, я так сейчас. Итак, вот как правило, на такие расклады действительно выпадают соответствующие карты. Это не чудеса на самом деле. Но когда вот я уже такой даже вот, как сказать, анализирую, да, смотрю, все такие расклады, они несут какую-то все-таки негативную энергетику, и карты соответствующие всегда выпадают. Вот такие соответствующие проблемные карты обычно выпадают, такое тоже бывает. Потому что сама ситуация, она обязана просто к этому такую ситуацию показать. Было бы, конечно, на самом деле очень, ну, иронично, да, либо неприятно увидеть, когда выпадают прекрасные карты вот на такую ситуацию. Для кого же они будут прекрасны, совершенно непонятно. Что дают мужчине или могут дать эти отношения на стороне? Чего он ищет? Чего он там ищет? Серьезно ли он там или нет? Я вижу четверку пентаклей. Я вижу, что мужчина решил уединиться. Эта карта, знаете, такая, она показывает, что у мужчины есть свои тайны, да, он решил уединиться, решил побыть один, он свою душу прижал к груди. По всей видимости, он ищет успокоение для своей души, покоя ищет. Возможно, он устал. Бывает так, что мужчина устает, его дома просто не понимают. И он ищет, как говорится, утешение, ищет успокоение с другой женщиной. Поэтому он закрывается полностью и не пускает. Он просто это делает тайком. Потому что здесь видно, что мужчина закрыл все от жены, она ничего не знает. В смысле, не хочет. Он, возможно, даже знает, но он не хочет, чтобы она знала какие-то подробности. Вот. И на самом деле он ищет успокоение, ему хочется куда-то уйти, отдохнуть, успокоиться. И мужчинам, как правильно кажется, что другая женщина, она, конечно, может успокоить, ему будет там хорошо, прекрасно. Но пока букет на такой период идет конфетный, да, как я его называю, возможно, так и будет. А потом женщина может попросить его, как говорится, уже такие достаточно серьезные отношения с ней вести. И будет уже требовать, как жена. Поэтому не знаю, что он там спокойно может найти, но, по всей видимости, мужчина все-таки это ищет там. На каком этапе находятся отношения? Я вижу аркан императора. На самом деле сейчас самый пик отношений. Мужчина почувствовал себя таким, как сказать, эго у него сейчас играет. Мужчина почувствовал себя сильным, почувствовал себя уверенным. И она тоже самое это понимает. И у них такой этап, такой пиковый сейчас, когда уже они дошли до такой степени, что они уже, возможно, могут даже не прятаться. И они понимают, что у них все прекрасно, у них и секс такой, да, и понимания они достигли достаточно такого. Но единственное, что только вопрос в том, что по этой карте можно понимать, что они друг друга могут использовать. Потому что аркан император, он достаточно мало умеет любить. И здесь даже могут быть какие-то, это все произошло на деловых отношениях, на рабочих отношениях. Аркан император может даже показать, что сам по себе роман начал затеваться на работе, либо в процессе каких-то рабочих моментов, да. Вот. И на каком этапе находятся отношения? Ну, достаточно, оба себя очень бодренько чувствуют, им прекрасно, им хорошо, вот видим красную мантию.
Это я про работу сказала, потому что, как правило, так часто и бывает. И император, он, соответственно, он карьерист. И, соответственно, вот эта ситуация, в которой часто бывает служебный роман, здесь совершенно совместима. В чем же ее преимущество этой женщине, этой сопернице, будем говорить? Чем она извлекла? В чем ее сила? Какие цели она преследует? На самом деле, эта карта показывает, что она тоже может быть не свободна. Это раз, она стоит на перепутье. Это два. Во-вторых, что ее завлекло? Вы знаете такую пословицу: запретный плод бывает сладок. В чем ее преимущество? Чем она его завлекла? Она его могла завлечь еще тем, знаете, какие бывают такие пары, когда женщина замужем. И мужчина, как охотник, он за ней начинает охотиться. Понимаете? Потому что когда жена уже своя, уже неинтересно, а здесь перепутье, выбор у мужчины есть, да? Плюс она ему может предлагать какие-то варианты любви, можно так говорить, да? Вот эта карта, она может о многом говорить. Дело в том, что он увидел еще какой-то второй путь еще в своей жизни, да. Еще, во-первых, еще по поводу секса, это огневая масть огненная, это жезлы, может показать, что мужчина в сексуальном плане даже чего-то раньше не знал, а теперь у него открылся второй путь, как говорится. Ну, не то, что путь, а навыки еще одни открылись, и он узнал что-то новое. Как правило, в этом плане бывает так, что женщина в чем-то уже отказывает мужчине, да, а у мужчины есть свои сексуальные фантазии, и он мог их, как говорится, у него открывается второй глоток воздуха, он там их себе познал. Это очень обширная карта, но, по всей видимости, здесь женщина все-таки замужем, либо она, как говорится, живет в гражданском браке, потому что здесь двоечка, это карта выбора все-таки. Кто-то что-то выбрал, а кто-то еще выбирает. Далее. Почему он не может и не хочет выбрать одну из сторон? Какая истинная причина? Вот я вижу карту, здесь у нас идет восьмерочка мечей. Вот она. Какая причина? Я вижу, что мужчина запутался. Вот в чем вопрос. Здесь я вижу восьмерочку мечей. Женщина окружена проблемами, мечами, да? И здесь, вот видите, эту карту тоже она показывает, что есть выбор, да? И мужчина действительно стоит перед выбором. Он выбрал ту женщину, да? И там запретный плод сладок. И мужчина запутался, он создал такую ситуацию вокруг себя. Я не знаю, сейчас вот я смотрю расклад, если кто-то его под себя примерил, этот расклад, да? Ситуации разные. Есть кто-то знает, да, что есть мужчина, а кто-то не знает, что есть мужчина. В смысле, что у мужчины есть женщина. И поэтому, если женщина знает вот это, да, то мужчина теперь не знает, как ему выйти из этой ситуации. Здесь, может быть, какие-то магические тоже атаки, нападения, потому что мечевая масть показывает, что на мужчину мог сделать бы приворот, либо присушка могла была сделать, могла была сделана, извините, много говорю, присушка. Мужчина просто окружен такой стеной мечевой. Он из нее просто выбраться не может. Он с нее не может выбраться. Возможно, его женщина может не отпускать, да? Возможно, ему уже стыдно, как говорится, возвращаться в семью обратно. Здесь уже женщине надо просто делать самый первый шаг. Здесь ситуации могут совершенно разные быть, но то, что он действительно уже не может этого сделать, он запутался. Однозначно понятно. Будущее с женой на месяц вперед отношения, вот я смотрю. Вы знаете, так и будет продолжаться. Вот ближайший месяц, как говорится, кто примет самое, примеряет этот расклад к своей ситуации, так и будет продолжаться, мужчина на колени стоит. Хромает отношения, мужчина подавлен, однозначно понятно. Возможно, и женщины, как правило, жены прилагают усилия, чтобы мужчина оставался в такой ситуации. Я всегда говорю такие слова. Если мужчина ушел, например, да, к другой, либо встречается с другой женщиной, ни в коем случае не надо скандалить, не надо выгонять из дома, вышвыривать его вещи, как многие делают, как правило. Никакой злобы. Нужно вести себя корректно, спокойно, сохранять спокойное, так сказать, как я говорю, гнездо, чтобы он понимал, что нужно, мужчина может вернуться домой всегда. Потому что если женщина соперница, она всегда только и ждет, чтобы мужчина ушел. Даже есть такая порча, делают на разрушение семейного очага.
когда делают даже не на мужчину, а делают даже на жену. Почему? Потому что, чтобы она злилась, чтобы она его просто выставила, либо выгнала из дома. Здесь нужно разбираться, по какой причине это происходит, почему мужчина не может подняться с колен. Он и так запутался, ему и так плохо. Либо его, как говорится, сделано, вот как бы очень похоже, кстати, на магическую атаку, очень похоже. Либо ему сделано, что он подняться уже самостоятельно не может, и надо его просто уже как-то реанимировать, как говорится, самой жене, заниматься этим делом, какой-то подход искать. Но не выгоняйте никогда мужчин из дома, ни в коем случае не надо их выгонять. Потому что бывает такая ситуация, что он, знаете, как любовь и голуби, по пьяни завязался и, извините, никак не развяжется. Такой тоже может быть, да? Но, в принципе, я вижу, что на месяц здесь ничего хорошего пока не предвещается. Будущее отношение с другой женщиной на месяц вперед. Здесь я, видите, вижу мужчину, король мечей. Достаточно мужчина агрессивно настроен, когда выходят придворные карты, короли либо королевы. Это точно можно говорить, что вышел человек. Возможно, у него будет стычка с мужчиной, с соперником. Потому что здесь, как я уже видите, наверху я всегда тоже вот сопоставляю верхние и нижние карты, что лежат. Да, это большую роль играет. То, что женщина, я уже говорила, не свободна, у нее есть мужчина. Я вижу, что в течение ближайшего месяца мужчина может узнать, и у них может быть стычка, потому что я вижу мужчину агрессивно настроенного, и он повернут прямо сюда к раскладу. Он не спиной, он повернут к раскладу. Он будет обращен в сторону этой ситуации. Я так понимаю, что придется, наверное, все-таки познакомиться со своим соперником. И там будет уже не сладко. Далее мы уже не смотрим, потому что далее расклад не продолжается. Когда мне не хватает информации, я достаю еще несколько карт. Но здесь нет смысла сейчас их доставать. Почему? Потому что если у меня человек, да, человек сидит на приеме, да, либо там заказывают расклад, и мы идем дальше, мы смотрим развитие ситуации, то здесь, к сожалению, я не могу писать развитие ситуации, потому что расклад такой показательный. Расклад такой показательный получился. Тот, кто примерил его к себе, может быть, что-то у вас совпадает. Если не совпадает, то значит, это просто не ваша ситуация. Вот такой расклад я вам хотела сегодня показать. Любовный треугольник, могу назвать его любовный треугольник 3, потому что 2 я, кажется, уже делала, но там оно у меня уже было про, как сказать, про женщину, которая смотрела со стороны жены. А здесь я хочу со стороны вот жены уже посмотреть на ситуацию глазами жены сюда и перспективу ее сохранить отношения с этим мужчиной. В принципе, вот такие расклады, у них еще есть общее течение. Мало того, сделать расклад. Но сейчас этого делать не буду. Общий итог карт, который будет далее, да, может продолжаться в этом раскладе, на него можно высчитать квинтэссенцию. Квинтэссенция – это общая сумма всех карт. И там же четко можно понимать, ну, я ее высчитываю, да, когда уже делаю не таким, уже более там, потому что информация еще до конца может продолжаться уже с этой картой. По высшим арканам выходит один аркан по общей квинтэссенции, и он показывает общее направление отношений, заданных в данном сроке. Кстати, очень интересная методика, она мне очень нравится, я часто пользуюсь. Так что, дорогие друзья, вот такой расклад я вам провела со стороны жены, так сказать, женщины, которая имеет какие-то права на своего мужчину, и она обязана это знать. Всего вам доброго, кому нужен будет такой расклад, можете обратиться ко мне, написать все контакты у меня есть под видео. Всего доброго. С вами была Викана. До встречи, до связи, до следующего расклада.